Енді жақсы көреді әсіресе осы маусымда Астана командасы бұл маусымда үшінілісімен Ақтөбені өз алаңында жеңген болатын, 17-ті сырт алаңда жеңді және Қайсарды сырт алаңда жеңген еді. Міне қандай мүмкіндік. Есеп осылайша 4-1-ге жетті. Біз айтып аузым шығанша енді ғана ойын қыза түскендей көрінгені де, бірақ сол Кабананга бүгінгі матчтың тағдырын толықтай шешті деп айтсақ болады. Ну и Джуниор Кабананга проводит 4-й мяч уже в воротах Шахтера, причем оформляет он уже хет-трик на данный момент. И, конечно, нам показывает, что повтор этого игрового эпизода не очень легко. Здесь никто его не накрывает. Выбивал мяч защитник Шахтера и попал прямо в Джуниора Кабананга. Если ошибаюсь, это вновь был Сергей Скорых. В данном эпизоде неудачно ему он вынес мяч прямо на конголец. Ну, Сонмен, видите, наверное, 33-й.